Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об обеспечении деятельности Фонда возрождения Карабаха. В соответствии с указом утверждаются уставы, структура Фонда возрождения Карабаха, сообщает официальный сайт главы государства. Уставной фонд организации составит 1 миллион манатов. Он формируется из средств государственного бюджета. Кроме того, фонд должен в течение месяца утвердить фонд оплаты труда, численность сотрудников и сумму их зарплаты, а также решить другие вопросы, вытекающие из указа. Минфину Азербайджана поручено обеспечить необходимое финансирование. Напомним, что президент Азербайджана Ильхам Алиев 4 января подписал указ об учреждении юридического лица публичного права «Фонд возрождения Карабаха». Он будет предоставлять финансовую поддержку для восстановления и реконструкции освобожденных земель Азербайджана, заниматься привлечением инвестиций для превращения региона в зону с устойчивой экономикой и высоким уровнем благосостояния. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.